of a cliff. Realize there must be more to life than this. Небольшое препятствие. Вот тут хорошее местечко, ребята. Хорошее местечко. Первый грызлик у нас проходимец сегодня. Ну что, цевка, давай. Поехали. Вот там Ямаха присела в том месте. Опять сейфа спасаем. Второго. Один выпал с гонки. Остался еще один. Оп, оп. Не поскользнись. О, пошло дело. Пошло дело. BRP пролетел на штатной резине. Дерево, да, ай-яй-яй. Опа, снежком засыпало. Увлекся немного. Аппарат хороший. Все при нем. Как говорится, все при теле. Все, теперь моя очередь.
Красота, прелесть. Еще пока водичка не замерзла. Сейфмото идет на стоке, без лебедки. Давай, давай, газу давай. Молодец. Тут молодые райдеры валят. Это новый аппаратик наш. Надо у него мнение спросить после CF-мото, как ему едется на этом аппарате. В конце там, смотрю, присел он. Газа не пукнули, лыжки! Вот XMR засел там в конце. На тридцатках своих, а мне еще ехать на 28-х туда. Ну вот, взяли болото. У Цефа что-то масло. Лампочка загорелась. У второго, кстати. Ну, щуп выбрать, посмотреть. На чем гапит? Тяпкало. Что, есть? Мира? Ты датчика сыграл с ними мака. Пошел гуна. Виска гуна. Его калт не оправдал, ты не оправдал. Вот так едем. CF-мото, наверное, датчик накрылся. Давление масла. Check and gain. Выскочил. Давай, 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 есть! По чуть-чуть есть! Красавец! Ну вот, смотри, покрышки ATP гориллу сделали, да? Получается, ты в этом месте сидел, а на новых ATP с этим рисуночком на резине пролетел. Потихонечку. Красава! Сейчас у нас сравнение есть. Один на гориллах
старее модель 16 года, у другого 18-я модель.